Студентам о значении леса, а школьникам об опасности пожара рассказали сегодня лесоводы Югры. Округ присоединился к всероссийской акции «День знаний о лесе». Она проводится ежегодно, начиная с 2013 года. Для слушателей это возможность познакомиться с лесными профессиями, узнать о развитии лесного хозяйства в регионе. Традиционно в этот день в образовательных учреждениях проводят конкурсы, викторины и лекции. О том, как в Югре отмечают День леса, узнаем в следующем сюжете. Чтобы узнать о югорском лесе, не обязательно в него идти. В этом убеждены сотрудники Нижневартовского лесничества. Потому они приглашают посетителей на экскурсии в единственный в округе музей леса. Экспозиция занимает всего несколько комнат, однако здесь собраны самые интересные экземпляры флоры и фауны Югры. Гербарии и семена сибирских растений соседствуют с чучелами обитателей наших лесов. Здесь же поделки местных мастеров, связанные с лесной тематикой, и экспонаты, переданные в дар музею из личных коллекций горожан. Создан он в 2003 году. Для музея это вообще детский возраст, как и для человека, в принципе. Вот здесь уже собраны сотни экспозиций, экземпляров экспозиций. Вот. Это начиная от наши там документы с освоителей Сибири. Это еще позапрошлый век и ранее. В Югорском университете для студентов природопользования устроили познавательную лекцию о югорских лесах. Опытный лесовод Евгений Платонов рассказал будущим коллегам о плюсах работы в сфере лесничества. По его мнению, вопрос сбережения лесов дает четкое понимание профессии. Большое значение лес в жизни человека – это экологическое, социальное и источник древесины. И вот в этой части, как социальное, это прежде всего гармония, отдых, рекреация, возможность отойти от суеты. Лесному спокойствию способствует около 10 тысяч югорчан. Это и работники лесной промышленности, и школьники, принимающие активное участие в посадке новых лесов. Ну и, конечно же, те, кто занимается охраной одного из главных богатств Югры. К важнейшим направлениям деятельности специалистов относятся противопожарная охрана, работы по рекультивации лесов, защита от вредителей и посадка новых насаждений. Я желал бы жителям Югры оставаться с лесами, в лесах, хранить их, беречь их, охранять, и чтобы нашим детям тоже они достались в таком же первозданном виде. Общая площадь лесов в Югре более 50 миллионов гектаров. Регион занимает 5-е место в России по природным ресурсам. А главная задача работников лесного хозяйства – сохранить и приумножить зеленое богатство округа. Мария Пуртова, София Исаак, Наталья Дубакова, Иван Рябцев, телерадиокомпания «Югра».